На третьем канале «Чистая правда», я Семен Бирюков. Только в этой студии мы добьемся естественных ответов. Сегодня в программе. Некогда знакомые люди зададут интересующие вопросы друг другу и узнают чистую правду. Дима Баранов и Александр, Александр Сосуров. Значит, он тебе задает вопрос. Пожалуйста. Что, значит, ты отвечаешь на вопрос, а ты можешь ему задать встречные вопросы. Люди разбираются в своих мыслях. Пожалуйста, Дима. С каким вопросом ты обращаешься к... Александр, ты когда-нибудь ногти красил? Да. Давайте узнаем, правда это или нет. Мы узнали. Ты фотки с ним как раз. Он скинет фотки. А почему ты это делаешь? Ну, иногда, прикол, хочу. А это мода такая? Нет, нет, просто иногда хочется. Хочется. Накрасить ногти. Да, а какой цвет? Был розовый, фиолетовый, и красный. Он сегодня накрасит. Ну, сейчас мне не накрасит. Сейчас нет у него, да, слава тебе. Я думаю. Как ты точно к тому, что он красит ногти? А, пофиг. Главное, чтобы он не был задний привод. В смысле, а что это задний привод? По-русски говоря. Спасибо, что ты решил со второй минуты нашей программы заматерить наш эфир. То есть для тебя это приемлемо, то есть нормально. Что? В смысле приемлемо? Ну то, что он красит ногти, твою мать. Ну ты его выбрал. Тебе сколько лет? Мне 19. Ему 19 лет. Он 19 лет. Парень красит ногти в розовый цвет. Это его выбор. А, ты считаешь, что это нормально, да? Лил Пимп 22 красит. Что-что? Лил Пимп 22 красит. Все. Хорошо, ну, следующий. Пускай человек, что хочет, что и делает. Когда ты первый раз им был энергетик? Энергетик, когда 2000... ты... 2000... Ой. 2007. 2007. Это... Ну, где я не помню. Короче, класс третий. Мама, ты не я тоже с таким. Я уже на первом курсе. Я берусь тогда. А давайте узнаем теперь, правда это или неправда. Я тебе фотки сниму. Не знаю, что это такое. Слушай, Саня, я думал, ты на первом курсе первый раз. Да я тогда мало. А я думал, вообще ты хороший человек, понимаешь? А я был тебе... Хорошо. Когда ты первый раз выпил пиво? Это было... Так, стоп, для начала, дорогие друзья, значит, если вам не 18 лет, пиво запрещено покупать, пить, значит, лучше вообще это не употреблять, потому что вредно для здоровья. Пиво вообще спиртной напиток в том году летом. Первый раз? Да. Нет, это неправда. Давайте узнаем, что это. Неправда. Давайте это узнаем, неправда. Стоп, давайте узнаем. Так, это ложь, мы уже узнали. Это ложь. Это не ложь. Это ложь. Потому что пиво ты выпил первый раз, насколько я помню, по твоему... В том году, летом. Первый раз? По твоему инстаграму и по твоим рассказам, да, ты пил посмотри, и первый раз херачил на... Сейчас скажу тебе, на третьем курсе. Мой первый... Знаете, самое интересное, на третьем люди приходят на эту студию, чтобы обсудить, когда они начали первый раз пить алкоголь. Это очень вот, интересно. Это получается... Ну и давай с подробностью. Я думаю, зрители нашим почерку, когда он начал. Задай ему вопрос. Лето 16-го года. Задай вопрос. Когда у тебя был первый раз? Первый раз что? Ну, не знаю, как выразиться. Ну как-нибудь в... Что? Значит, девушка, что ли? Ну да. Где-то полгода назад. Давайте узнаем, что это. Узнали. Первый девушка полгода назад. Вы уже узнали мы, что это. Дальше. А ты курил вообще когда-нибудь? Да это не такое. Не, курил. Ну как, просто попробовал, выкинул. А мне ты говоришь, что ты не куришь. Ну я как, блин, фотку. Да у него всегда во всех фотках, он всеми что-то курит. Ну на фотку. Курение и алкоголь вредит вашему здоровью. Это я для зрителей наших. Давайте узнаем, действительно, как, еще раз, ты не куришь, и ты только как бы, ну, чисто для фотографий, да? Да. Давайте узнаем, правда это или нет. Узнали? Это ложь. Там будет написано ложь. Да, это ложь. Ну ладно. Так. Давайте мы, чтобы перевести дух, перейдемся на рекламу. После нее продолжим. Оставайтесь.
Смотрите сразу после рекламы. Это ложь, понимаешь? Ты врешь здесь, на детекторе. Что произойдет в студии между двумя знакомыми людьми? Останется ли дружба или все-таки будет вражда? Реклама «Чистая правда» на третьем канале. Мы продолжаем. Героям смешно. Пожалуйста, Дим, какие у тебя есть еще вопросы к Саше? Ну, что тебя еще волнует, чтобы здесь узнать действительно правду? Кстати, первый раз как на машине поехал? Первый раз на машине поехал. За рулем. А у разве был вообще за рулем? В классе шестом. Может, пятом. Маша, прям за рулем машины был? Ну, за рулем, со мной дедушка рядом сидел. Типа, а, то есть ты не рулил? Не, я рулил, я управлял, а он был рядом, сидел и смотрел, как я в поле на даче. Давайте узнаем, что это. Это правда, конечно. А следующий вопрос ему. Когда ты первый раз разбился на мотоцикле? В смысле разбился? Он жив, здоров, сидит. Не, он разбился. Это правда? Была авария. Это было... Сейчас тебе скажу. Так, 14-й год, июль месяц 14-го года. Давайте узнаем, что это. Это правда? Да, это правда. Следующее. Да вот... девушка у него одна. Это правда? Нет. Да. А он еще вопрос такой. У тебя что, разве не одна девушка? Да, одна, я просто специально. Она вдруг увидит, а? Скажи, что... Кстати, какой зовут? Типа, что-то про... А? Как зовут? Саша. Саша, если ты смотришь этот эфир, ты узнаешь все о нем. Всю правду, всю да. Чистую правду. Еще, пожалуйста. Так. Да. Что сделал еще раз? Бал, парень. А можно по-русски, из мата? Он понял. Мы тоже это поняли. Первый раз я пропустил пару на той неделе. Первый раз? Да, не первый. Давайте узнаем, что это. Александр. Это вот. Тебе как не стыдно? Не стыдно. На коромысль. Ты на первом курсе что? Прогуливал. Я никогда не прогуливал. Давай сейчас, ребят. Давайте узнаем, мы, правда это или ложь. Еще раз. Это ложь, Саша. Это ложь, понимаешь? Ты врешь здесь, на детекторе. Да. Сука. А что это? Саша, сядь. Твой абонент уходит. Вот эти съемки? А он твой одноклассник? Бывший одногруппник. Бывший. А какие у вас там отношения? Нормальные, хорошие. Ну, заметили. Сегодняшнего эфира. Ну что ж, хочется только одно, чтобы за пределами этой студии вы смогли
все-таки поговорить нормально, не то что здесь, как говорится, а как-то более спокойно, деликатно. Чистая правда была на третьем канале, до встречи на третьем.